Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Елена. Роковое полнолуние 29 сентября принесет значимые перемены. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Сентябрьское полнолуние, которое иногда называют урожайной или кукурузной луной, так как оно выпадает на период сбора урожая, произойдет 29 числа 12:58 в знаке Овна. Так как оно совпадает с суперлунием, наше ночное светило будет немного ярче и крупнее, чем в обычное время. Кроме того, в эти сутки вы ощутите мощные потоки энергии, дающие вам возможность воспользоваться моментом, достичь задуманного, двигаясь по собственному пути. Особенности этого полнолуния. Поскольку текущее полнолуние произойдет период, когда Луна находится в огненном Овне, его влияние будет выражено особенно ярко. Этот знак отличается прямолинейностью и радикальностью, поэтому под его властью события будут протекать стремительно и насыщенно. Будьте готовы принимать мгновенные решения. Однако не действуйте сгоряча, не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Неосторожность и безрассудство негативно отразятся на вашей удачливости, могут спровоцировать различные конфликты и даже травмы. Поэтому не забывайте об осторожности и оценивайте последствия своих действий. Не поддавайтесь на провокации, которые сегодня будут следовать одна за другой. Старайтесь сдерживать раздражительность. Сосредоточьтесь на своих целях и желаниях. Отпустите события прошлого и уверенно двигайтесь вперед. Это хорошее время для смены увлечений, грандиозных начинаний. Однако успех придет только в том случае, если вы перестанете держаться за ситуации, над которыми не властны, или людей, давно ушедших из вашей жизни. Расслабьтесь и сделайте шаг к будущим достижениям, даже если сейчас он кажется вам болезненным. Поскольку в период полнолуния эмоции значительно усиливаются, могут напомнить о себе старые обиды, прочие душевные травмы. Может появиться ощущение недопонимания. В то же время происходит усиление интуиции, прислушавшись к которой вы сумеете найти лучший выход из любой ситуации. Как провести это полнолуние? Пересмотрите отношения со второй половинкой. Полная луна в Овне способна помочь избавиться от напряженности и разочарования, а также разорвать связь, которая приносит только переживания. Сегодня вы сумеете взглянуть на ситуацию объективно, понять, что является преградой на пути к обретению гармонии, изменить свое поведение, если это необходимо. Однако, прежде чем принимать какие-либо решения, хорошо подумайте, оцените все последствия своих действий. Забудьте о неуверенности, слабости, нехватке сил. Сегодня вы получаете все необходимое, чтобы справиться с имеющимися трудностями. Поэтому уверенно взгляните в лицо трудностям и приложите все усилия, чтобы преодолеть преграды. Прислушайтесь к себе, позвольте выйти наружу тому, что долгое время было спрятано в подсознании, и приступайте к активным действиям. Если вы находитесь в поиске работы или подработки, приложите максимум усилий для достижения цели. Разошлите резюме, запишитесь на собеседование. Используйте все доступные способы, чтобы получить желаемое. Это лучшая пора, чтобы разрушить блокировки в своем сознании, мешающие вашему успеху, поэтому не упускайте свой шанс. Это прекрасное время для развития своих способностей. Усиливающаяся интуиция может послать вам озарение, помочь выбрать правильный путь. Сегодня возможны пророческие сны, которые важно интерпретировать правильно, чтобы получить подсказку высших сил. Кроме того, день отлично подходит для проведения различных ритуалов, так как его сильная энергетика усилит эффект от ваших действий. От каких занятий лучше отказаться? Чтобы день полнолуния прошел с пользой, следует избегать эмоциональности и вспыльчивости. Нельзя с кем-либо ссориться, критиковать действия окружающих, выражать недовольство. Чтобы сохранять спокойствие, слушайте приятную позитивную музыку, занимайтесь дыхательными упражнениями. Не игнорируйте водные процедуры. Также сегодня нежелательно предаваться унынию. Как бы ни сложились обстоятельства, мрачные мысли не помогут вам справиться с неприятностями. Поэтому найдите способ поднять себе настроение. Купите себе приятную безделушку, угоститесь любимым пирожным или встретитесь с хорошими друзьями. Даже небольшая радость поможет вам вспомнить, что мир состоит не только из серых красок. Проводить деловые встречи, свойственные этим суткам, резкость и импульсивность помешают вам достичь общего языка с партнерами или коллегами, а склонность к рискованным поступкам может стать причиной ошибочных действий. Помните о том, что в эти сутки конфликт может разгореться из-за одного неосторожного слова, поэтому не поддавайтесь на провокации.
совершать рискованные поступки, особенно если они связаны с финансами. В этот период не стоит одалживать или занимать деньги, заниматься инвестированием. От дорогостоящих приобретений также лучше отказаться. Магия полнолуния. Энергетика полнолуния вовне позволяет привлечь удачу, достичь успеха в задуманном, но только при условии, если вы не забываете об интересах других людей. В этот период особенно удачными будут практики, направленные на привлечение достатка и изобилия. Однако вы можете прибегать и к другим ритуалам. Чтобы ваши действия были особенно эффективными, воспользуйтесь свечами, подсвечниками или другими магическими аксессуарами красного цвета. Привлекаем изобилие. Приготовьте небольшую красную баночку или шкатулку, у которой имеется крышка. Туда нужно положить 3 монеты и 3 лавровых листа. Поставьте на подоконник. Далее сосредоточьтесь на своем желании разбогатеть, после чего 7 раз скажите: «Денежки в рост идите, ко мне широкой рекой теките. Как пчелы на цветы слетаются, так и ко мне в дом богатство пусть направляется. Силу земную привлекаю, достатком свою жизнь наполняю». Истина. Говорим 7 раз. Затем плотно закройте баночку и спрячьте в своей комнате. Периодически открывайте ее, заряжаясь денежной энергией. Оставляем так ровно до следующего полнолуния. Оставить позади неприятности. Чтобы провести этот обряд, вам понадобится природный камень черного цвета, к примеру, обсидиан или черный агат. Далее нужно сделать следующее. Зажгите свечу. Рядом положите камень. И оставьте так все хотя бы на час. Камень, который рядом находится с вашей свечой, он будет помогать вытягивать весь накопившийся негатив, разрушать вредоносное воздействие и перекрывать доступ для неудач. Он словно будет высасывать все плохое, работая вместе с пламенем, помогая вам открыть все пути. Вам достаточно после, когда уже он зарядился, свечку можно потушить, а камень всегда держите при себе. И берите его в руки, когда столкнетесь с необходимостью избавиться от невезения. Но не позволяйте делать это другим людям. Чтобы привлечь удачу в делах, вам понадобится ваш кошелек. Просто положите его на подоконник и скажите такие слова: «Луна свет свой на землю посылает, удача меня одаряет. Она всегда со мной, все неудачи долой. Дела мои ладны и хороши, все, что не делаю, для души, быть по слову моему». Говорим 3 раза и оставляем так свой кошелек хотя бы на час. Потом его можно убрать.